День добрых дел. Что такое 1 сентября? Это острые георгины, накрахмаленные воротнички, белые бантики, торжественная линейка, первый звонок. Светлые радостные воспоминания, которые запомнятся на всю оставшуюся жизнь. Но у некоторых детей таких воспоминаний может и не быть. Для ребят с нарушениями развития пойти в школу – дело не из простых. Почти подвиг. Почему? Потому, например, что в 7 месяцев врачи скажут маме: «Ваша дочка никогда не сможет ходить». А через некоторое время добавят: «И говорить тоже». И как будто само собой разумеется, что человеку, который не ходит и не говорит, в школе делать нечего. И придется приложить немало усилий к тому, чтобы не смириться, не поверить врачам, не оставить все как есть. Настина мама на каждое новое сообщение врачей о том, что не сможет делать ее дочь, отвечала: «Это мы еще посмотрим». И правда, посмотрите, Настя не то что ходит, бегает и умеет говорить самые важные для нее слова, например, «мама». А теперь она еще и первоклассница. Путь к таким достижениям был долгим. Весь последний год Настя ходила в группу подготовки к школе в Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорога добра». Поначалу занятия давались с трудом. Настя не могла долго заниматься одним делом, отвлекалась. А если знала ответ, то, наоборот, бросалась выполнять задание, не дождавшись своей очереди. Педагогам пришлось придумывать специальные приемы, чтобы научить девочку вести себя так, как требует школа. Но к концу года Настя поняла, что такое учеба. Она справляется с заданиями, у нее появились внимание и усидчивость, умение ждать своей очереди и отвечать на вопрос педагога тогда, когда он спросит. Конечно, все мы очень волнуемся за Настю. Смогут ли они со школьным учителем понять друг друга, сказать пока сложно. Но точно уверены, что у Насти и ее мамы хватит желания и сил преодолеть и эту преграду. К сожалению, без нашей помощи Насте и другим ребятам, которые только начинают готовиться к школе, не справиться. Один год работы центра «Дорога добра» стоит 3 миллиона рублей. Давайте вместе поможем центру собрать десятую часть необходимой суммы – 300 тысяч рублей. И тогда особые ребята, которые занимаются в центре, смогут научиться ходить, говорить, читать, писать и считать, а потом, как Настя, пойдут в школу. Отправьте смс на номер 3443 с текстом «Ребята» и через пробел сумма пожертвования цифрами. Например, «Ребята 100» и обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном смс. 3443. Сервис доступен для МТС, Мегафон и Билайн. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.